Понимаю, о чем речь. А, короче, все, я понял. Короче, сейчас опять на одиночная кули, короче, сессия. Ну там временная, я так понимаю. Да, да, да. Вот они с королем пришли. Тебя сейчас рассказывают. Чтоб ты пока бежишь, тебе уже рассказывают. Вечный обелиск в северной части кряжа. Аман, ты согласишься провести мою коронацию? Друг друга ноет, один ноет про корону, другой про... Коронация, это... Про коронацию, блядь. Священное таинство, я не могу. Но... О чем ты говоришь? Разве таинство не по части жрецов? Ну кто-кто? Ну демон пришел, по-любому. Да, но тоже я... Тоже поздравить тебя хочешь. Хорошо. Да? Полюбас. Вы тоже это слышали? Вот, они все упали. И моя такая поза боевую стала. Но... Что делать-то? Смотреть, что ли? Так, что, посмотрим. Осторожно! Попкорн пока мне принесите, пожалуйста. Раз новые скиллы попробуем. Я думал, это демон был по сапому, это оказался обычный видовой. О, это еще что? Пентаграммы какие-то. Ну-ка сюда сходим. Что нам такое для меня спрятали? Найду, интересно. Нихуя не нашел. По крайней мере, ничего не вижу. Да.
Вам, блядь. Не нахуй. Чё, как, босс? Или ты еще не дошел? Нет, еще. Кажешь мне как босс. Че, ты ультовал его, да? Ну, конечно, ультовал. Как же по-другому? Не знаю, как это понять, как это. Нормальный. Но он не такой мощный. Не мобильный, короче, поэтому его забодать-то легко, по сути. А вот тот челик, который нас раскидывал, то там, да, там. Хуя. Ясно. Надо же все в ХДшку ушло. Хулион, да. Я надеюсь, что ману на этот раз убьют. Где там нахуй? Искатель! Да-да-да. Это я. Чел, да ты сейчас... Я тебя разорву просто. Ир, мне ульта прошла, пока ты там, короче, танцевал. О! Чё, блядь? Хорош! Бля. Ага. Завыл. Завыл, да? Промазал. Знаете, как всегда, блядь, добежали там. Но в конце добивать добежали. Но ни свет, ни заря, блядь, нахуй. Так, а что нам дали? Редкий какой-то. В смысле, я тебя так-то сбил? Опять этот чел превратился. Да рон. Ты че, сволочь, добил моего босса? А он все время нахуй ввязывался не туда. Босса. Аман. Хуя, он меня так-то просадил, блядь. ХПшкам-то нормально, ну. Аман, скажи что-нибудь. Прошу. Я... Да, Аман, ты Дерон, уже должен знай. Все выйти из игры. Ты Дерон. Уже не утомил, на самом деле. В каждой катсцене, дети в каждой хаоса, сюжетке он... наделенные невероятной силой. Вас не зря боятся. Но ты избрал сторону света, ведь так? И
Я чудовище. Нет, чудовище мертво. А мы живы благодаря тебе. Да я бы сам его укатал без этого Амана, на самом деле. Это шел просто на готовенькое опять пропачиться и получил все лавры. Но... Ну ясен хуй, ну кто? Кто больше всех пиздякался с короной? Скажите мне, нахуя? Кто, блядь? На, зайти это красиво, нахуй. Нести корону. Да я где я тебе ее возьму, нахуй? Я ее продал, нахуй, корону. А что такое? А, вон где. Нихуя. То есть я еще должен шестеркой сбегать? Силиан, сын Вейлора Мудрого. Поглядите на него, да. Алфа со стока, потомок, да? Лютерана. Да пиздец. Готов ли ты принести клятву? Фрик. Медная хули. Ха-ха, корона-то, блядь. Перед своими подданными, живыми и павшими. Откуда свет взялся, блядь? Будьте свидетелями моего обета. Отныне я меч Лютерии. Я щит, который призван такая, защищать, блядь, свой народ. Жарать во веки веков. А король такой попиздел. Клятва принесена. Подайте вот корону. А ты сейчас заметь, откуда он меч вытащит? Ниоткуда. Конечно. Сбегай, Толя, хули. Сбегай, Толя. А ты-то хули стоишь, речи? Силиан Первый, законный наследник престола. Властью, данной мне Руфионом, я нарекаю тебя королем Лютерии. Можно я буду Силиан Вторым тогда уж, ладно? Кто победил демона? Ой, блядь. Да здравствует король. Без палева, знаешь, так, короче, без всяких этих советов там и прочего. Помазали друг друга. Королевство. Ура! А, так у него меч разрубленный, оказывается. Я не обращал внимания, у него разломанный. Ваше величество! Мидринец. Пойдем за ей по помогу. Ты не видел, какой я дырон, блядь. Тысячи демонов. Монахи сражаются, но демонов слишком много. Лазутчики регента. О, рядом. Стрелы. А, крыса-то ебаная. Он уже сбежал здесь. От демонов. Но не от лучников дяди. Слушайте мой приказ. К оружию! Мы немедленно выступаем к монастырю. Я увожу людей к монастырю. Надеюсь, лорд Тадеуш продержится до нашего прихода. Ага. Посмотрите. А это еще его. Что за рыжий? Мальчишка вздумал играть. Да пиздец, блядь. И посмотри, с кем он стоит. Жалкий щенок в окружении стаи дворняжек. Крысоловка это ебаный серый. Разгневанных псов. Плетки ходят. Но. Врага, как крыса, блядь, какая-то. А, так это Аркас-то, короче, типа автоузерпатом. Дядя типа его. Неужели? Но. Значит, мне повезло, ведь мальчишка рыжий, его хуй, свита. А, я понял, ваша короче. Дима, жду тебя, нахуй. Не забывайте о нашем уговоре, господин Кармиан. Ой, его знаться с скиллами тут что-то, короче, как-то ваша, но прежде разберитесь с ними. Вроде бы и нормально, вроде бы и нихуя не нормально. А как же Шай-Салан? Похую. Ведь истинный король Лютерии... Вон он бежит. Шай-Салар. Говница хочешь, нахуй? Я и без него неплохо справляюсь. Можете забрать себе. Мне хватит короны. Смертные. Тщеславие мой любимый грех. А я не знал, я что-то не замечал, что у него синяя кожа. Но оказывается, как синяя кожа. Долбоёба.
Блять, хороший падает, сука. Блять. Короче, жду тебя. Давай, пойдем. Подожди, мне тут надавали. Так, охуи ты? Мне тоже. Смотри, у меня один ботинок зеленый. О, девочка какая-то. Чародейка. Это которая рыба ловила. Так. Пипешимся, короче, в центр, там надо целыми двумя поговорить. Он у нас подземелье стоит, блядь, рядом. А! Так мы только что там были. Кого были там? Мы вдвоем там не были. Героический уровень, посмотри, блядь. В натуре? А, в натуре. Погнали. Ну, а, надо задание завершить, да? А. Надо ничего завершить. А. Поехали, все. Круто. Сейчас будем 10 раз бегать туда да обратно, но тут-то уже стоим уже вместе. Пойдем. Во! Пойдем вдвоем. Сейчас мы, блядь, наведем здесь шороху, блядь. Короче, мы этого по-любому должны помочь. Тут там мы. Блядь. Блядь, какой. Прибежал, блядь. Ну сколько с него повыпадывало? Пошла жара, да? Ну. Пока смотрю, но скилл еще не запомнил. Нормально. Запутался. Я еще не привык к скиллам. Ну я тут нихуя не обнаружил, короче, не знаю, может. Ну здесь ничего нету, походу, да. Не, я зря ульту подрубил. Не упали, сука. Не упали. Не упали, блядь. Так а там 100 вас, скорее всего, будет с этого. У нас же еще здесь один босс. Я понимаю, но там 100 босса, там только по одной шмотке падает.
Ладно, что пульт? Этот нет. Да. Пишем копии свои делать. Видишь, одна шмотка только упала, фиолетовая. Да. Вот. Подожди, а тут еще какая-то... Внизу. На юг спустись. Да. А, ну тут, походу, ничего нету. Там дальше что-то есть. Еще. Пойдем туда сходим. Ну, наверх. На самый. Идем. Не нужно ли разработчики просто так сделали? Может они в дальнейшем просто хотят босса сделать? Может быть для квеста какого-то там, типа. Может быть просто может, для босса. Может спавнит кого-нибудь там, типа, чтобы ты там бежал. Или так для красоты, чтобы типа совсем туннельно не было. Смотри-ка, тут дальше-то еще. Вечный сказал, обелиск там, видимо. А мы, кстати, не дрались с этим чериком на вечном обелиске. А, мы же ты тут помнишь, этот, ты помнишь, же... как в этом? Ну все. Я понял прикол. Это что такое? Это выход, видимо. А, это просмотр местности, типа обелиск. Какие специально сделали? Но... Прикольно. Чисто для одного квеста. О. Это тут скрыто есть? Скрыто что-то есть? Один глаз наш. Ну, может быть, травинка какая-нибудь вполне. Думал. Нихуя не вижу. Че, идем тогда? Ну, выходим через песень. Ты бы так не сказал, я бы даже не заметил, что это данж наступился. Теперь центр туда куда-либо. А, ты сразу цепешился в этот, я понял тебя. Ну конечно. Жаль, ни старик Дрожен, ни милая Марта не дожили до этого дня. Теперь их названный сынишка Озорник, король Лютерии. Да хранят слушай, боги его величество. Его родная деревня. Староста только как обычно душевный, классический. Как села? Кто? Корона, очевидно. Как села, говорит. И велика? Ой, славно. Ты, главное, мое предложение его величеству передай. Если пусть как села? Кто? Корона, очевидно. И велика? Ой, славно. Так, все, мы эту локацию покидаем. Главное мое предложение его величеству передай. Если посвятит меня в рыцари и выделит домен в Дарийских полях, отолью корону и закрашу ума. Так, подожди, а как ты пойдешь? Ну, за наверх. А, вот средний, видишь, этот, пусть, чтобы быстрее. Куда ты пойдешь? Таежную отбывал. Чтобы быстрее. Нет, не, наверное, ты не тпшишься, вот. Ну, там уже в локации-то не были. Нет, я хотел, я что-то через квест начал нажимать. Что, ты подарки-то забираешь? Подарки? Какие подарки? А вон эти накидали хули. Блять, надо было это кто-то. Слушай, тут квест какой-то. Пойдя сюда, в эту зону, увидишь квест. Тут, когда за зону заходишь, квест активируется на 6 минут. Понял. Пойдя сюда. Да, я сейчас буду бывать, я буду засчитывать. А в квесте. Все-таки пиво поставил. Но я что-то не знаю, попробовал так.
А что ты убрал, получается, класс? Это быстро так убрал. Там, короче, ну, пила намного быстрее делается, и дальняя, а это ближняя и дольше. У тебя луч, по-моему, заместил пилу, да? Луч, он остался. А что ты тогда убрал? Вот тебе говорю, этот, который быстро атаковал три раза, его убрал. Ну, отлично. О, мне уровень дали. Тоже да, дали. А, тебе уровень с такой прям дали? Угу. Нет, мне нихуя не дали. Какие-то гранаты, блять, опять. Ну, нахуя мне столько сундуков, я пусть не знает с ним что делать. Нахуй мне. Надо идти продавать, не нахуй, половину. О, я сейчас баф тебе буду давать на 6%. Обись. Все, идем мы с пятачком. Большой-большой секрет. Ты на коне, да? Не, пешком. О. Уебутся котята, нахуй. О, интересно, закрытая локация, а то обычно... О, это ныль какой, смотри на карту. Я уже видел. Эй, где тебя носит? Я демоньё изводить должен, а приходится тебя караулить. Пообещал господину Аману на свою голову. А, игра... Короче, игра вообще не поднимает его больше 65 градусов. Я не особо напряжена, на самом деле. Ну, это понятно. Ну, просто мне интересно было, как вообще это все работает. К несчастье, защита, прав... Я же сейчас стоит этот... Я же вертикалку хотел поставить, не знаю, работает она, нет здесь. Нахуй, я говорю, всегда, нахуя ставить, чтобы у тебя было 1 000 000 FPS, когда у тебя монитор выдает 75 Гц. Поставь вертикалку, у тебя будет все плавненько всегда работать. А вот, кстати, этот DLSS, этот вот, который... Это вот у них, которая новая функция. Вообще крутая, на самом деле. Она просто, короче, грубо говоря, это тоже сглаживание. Все. Но она дополнительный кадр создает. Да, да, она получается как бы типа... Промежуточный кадр, допустим, у тебя один, два, два, она создает дополнительные кадры, иллюзорные. Да, 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 да. Факт, у тебя FPS повышается за счет этих. Да, и как бы в принципе, или что типа картинка. Но фишка, в том, говорю... что, фишка в том, что аппаратные ресурсы хорошие жрет. Но, ну, по сути, ты на работе компе это никак, в компа никак это не наблюдаешь. А но... что ты там, с кем там разговариваешь? Не знаю, несчастье, защита оправдала, воина уже постучалась к нам в двери. Мне когда это встретилось здесь. Там с ней поговорить две просто... минуты. Но. О, кстати, у меня тоже появился этот квест. Мой лошара, короче, я даже не заметил походу этого квеста. Ага. Понял тебя, мать. Ой, блядь. На войне пешком не ходят, а ты вообще нахуй стоишь, блядь. Чуба, ёба. О, колокол. Ой, не то нажал. Пирамиды, пирамиды. О, там босс, пойдем босса захуярим. Пизди дохуя. А, да. Хорошо упал, сбрякало тоже. Я сейчас тебя забафу, а ты рядышком стоишь? Это смотри, я тебе покажу, что я заменил.
Я вижу, что тысячу, ну, да, тысячу, мантра. Тысячу. Мантра помощи идет на тебя. Вот тысячу. Пока. А пошел ты нахуй, блядь. Смотри, вот это заменил. Сейчас покажу. Да пойдем дальше. Не знаю, там. Мобы будут. Так я тебе сейчас просто перекачаюсь. А, ты переключаешься, что ли, там? Но... Ну, давай я тебя тогда... Так что ли? Смотри, давай на это покажу. Смотри, смотри, смотри. Вот. Нормально, ты еще и подкидываешь, молодец. Вот его я, короче, этот я качнул. Так у тебя там дофига атака, вот такой здесь. Сейчас покажу, вот этот. Ты можешь просто один раз нажимать? Я вижу, сколько у тебя... Сколько, просто не на мобе, а просто вот на стене. Я посмотрю, сколько будет атак-то у тебя. А, то есть три атаки, три удара, да? Но, а там одна всего. Ага. Все. По всем крипам. Ну. Поэтому... А, это где, которая красная. Ой, которая типа под ногами тупо красная, типа делает. Завершаешь, да, это же ты. Да? Ты ее убрал, да. Получается. Вот, да, вот это вот, который кидал. Может это вот сделать? Ну-ка, тут попробуй сейчас сделать. Ну-ка. А я вот эту добавил. Ну-ка. Бля, просмотрел, короче. Он на 9 секунд так-то. Ну-ка, сколько? 12 секунд. Вот, пойдем, вон моб стоит, смотри. Ее одну кину. Ага. Ага, ну слушай, ты, это серия получается? Да. Ну... Ну как? Она ну вот серия, ты вот... же два раза сделал. Один раз. Ты его притянул, потом еще раз сделал. Нет. Она сразу, ну, как то есть это? Сама обратно возвращается. Одна обратно возвращается. Нажимаешь один раз, все. А-а-а. Мне показалось, значит. Так, у меня вот этот вот роняет их. Пойдем внутрь, тут у них. Что у меня под... Надо посмотреть, что... Надо посмотреть, что у меня под урон. У меня что-то под урон есть, короче, какая-то хуйня. Я забыл, какая. Смотри, монахи с булавами стоят классические, прям эти, героев меча и магии. Но... А зачем почтальоны? Вот и вообще мне вот интересно, кому еще я должен писать? Хуй его знает. Ремон снаряжение делаем. В гильдиях по-любому. Да благословят тебя, да трое. Мы изгнали демонов из целы. Здесь теперь безопасно. Но коридоры кишат исчадиями фетраний. Когда они появились, лорд Тадеуш был в крипте древних. Я понял тебя, чел. Ничего не могу поделать. Ой, сколько мне добра надавали. Подожди, кольцо. Ага. А, о как. Ага. Ага. Понял. Ага. Ага. Понял. Ой. Ой. Так, нахуй забирай. Так. Ага. Понял вас. В смысле? А, ага. Так, а тут что у нас? Нихуя нету больше. О, портал! Толя, портал надо активировать. Я уже активировал. О!
Вклад. Отличная тема. Так, подарки получается. С нами мудрость и сила трех древних. Так. Ага. Ага. Нормально. Работаем. Прям? Готов? Угу. Сын. О. Ладно. Так. Так, ладно. Опа! Салам алейкум. Привет. Молекула салам. Он говорится. Вечер в хату арестан. Угу. Что там? Да ничего, пойдем. Что, Толя, ты где там? Подтягивайся. Иду. Потихонечку, гость. Тут тоже щади уничтожил какой-то черт, побежал. Видишь, никого нет. Выходные у вас или че? Какие выходные нахуй? Ты гонишь? О! Толя, тут этот. А, вижу, но. Работаем. О! Вот то уничтожил-то. Бегает тут. Не, мелизга. Пошел нахуй. Так он все, он просто сливает всех одним ударом. А это ты слил? Молодец. Я слил. Все, пойдем отбирать у него фраги, а то он все будет наши сливать. Смотри, он дальше побежал. Обгоняем его. Не успею. Все, я выполнил. Успели. Еще надо. Я быстрее буду. Опа. Ну он с этим не ворует мне. Грамм, ну пусть. Он у меня, кстати, фраги не ворует. А ты что делаешь? О. Подожди, ну ладно. Просто разорвали. А он, это у него походу это. О! Опа. Это походу квестовое что-то. Ну, типа, мы сейчас нас разделят. Но... Нет. А, да, разделили. Силиан. Лорд Тадеуш. Умоляю. Я не могу тебя потерять. Мальчик мой. Я мечтал увидеть. Аман, ты же можешь его исцелить. Опять он здесь, сука, заебал. Аман. Сделай что-нибудь. За пулю играешь? Слишком поздно, Силиан. Да ничего, слушай, нормально. Прошу, не оставляй меня. Один я не справлюсь. А ты не манджа. Ты не один, мой мальчик. Помни о тебе, кто ждет за тобой. Аман же может его исцелить. Че? Почему он его не исцеляет? Истинный король защищает свой народ до конца. Тебе... Да мало ебет, потому что опять нахуй. Лютерана. Взял бы, исцелил, все равно чел-то еще не совсем откис. Можешь же было его поднять. Он разговаривает с ним. Но. Кшай Салар сияет в твоих руках. Вижу. Ну чел, ну что ты. Народ приветствует нового короля. А Аман стоит, смотрит. Стало. Ну, тут, блядь, болезнь нахуй вылечила, блядь, несколько людей, но... Хуёбаный, а он блядь. Даже не отреагировал сильно, он говорит, да, Аман, сделай что-нибудь, а он даже ничего не сделал. Тихо. Смотри, пизданёшь сейчас что-то. Ага. Все, кого я люблю, так. Умирают. Посиди, нахуй. Из-за меня. Чел. Из-за меня. Даже те, кого мы не любим, тоже умирают.
Мне приходилось быть свидетелем чужих утрат. Много раз. Просто я, блядь, правофлил, ёбаный, сука. Конечно. Дядя был примером для всех нас. Он настоящий герой. А в Загорье о героях не плачут. Их провожают в последний путь с плясками и песнями. Громко, весело. Ну, понял, да. Славная традиция. Вы знаете эту песню, Искатель? Про гордого Загорского орла, что нашел вечный приют среди богов. Я не знаю, я не орлов, богов. Не гимнах ваших, ребята. Гимн вас, мистерии. Блядь, вы почему только одного, блядь, человека увидели, а вас позади вас, нахуй, столько трупов валяется. Я и что и говорю. Вот, но... блин, у вас тут два десятка трупов, вы про одного, вот дядя умер, ну и вот, ну и что? А но, у этих пацанов у всех так... семьи тоже, между прочим, были. Но как будто, блядь, один нахуй воин бы это делал, а остальные этот просто стояли, смотрели, блядь, ебаный урод, эти все погибли, нахуй. Нет, сказать, что, ради, блядь, вот столько павших воин мы потеряли, блядь. Нет, мы говорим про одного дядю, мы, блядь, заебись. Ну, он, видишь, говорит, ради всех павших, блядь, потери. Конечно, когда уже потом, нахуй, остальные там, которые шушала ебаная осталась, типа, а ради дяди плясать и так далее, там. Угу. Мы похороним павших по загорским традициям. Я отомстим за них. В смысле отомстим? Вы... Все решено. Как можно в войне мстить за что-то? Вот война, ну, ты... Ну, нет смысла в войне, ну, да, мстить. Она война, она и в Африке, как говорится, война. Я на выход тебя жду. Босса тут... Босса тут, короче, запотал. Пою. А? Пою, я пою. Кого пою? Пою, блять, ну, в дудку а, пел в дудку этому. Mm-hmm. Пойдем. Пойдем. Где там босса, блядь, тащит? Смотри, три их босса тащит. Нахуяли, ребята? Нормально мы их. Ну. Дали девочек, ну. Стоит как одиночный тут, блядь. По-любому у него квест будет. Кого? А там чувак какой-то стоял, блядь. Да нет, это просто декорация. Да благословят тебя трое древних. А я не понял, они там в глубине вообще как оказались там мертвые? К ним, короче, целая толпа мобов вела, а они там как оказались мертвые. Как они вообще туда дошли-то? Зачем они вообще приперлись туда? Прятались, наверное, нахуй. Или поймали в ловушку. При том, что монахи здесь сверху спокойно живут, там, знаете, зачем-то поперлись туда. Угу. Ребись. Только что говорил про отомстить, нахуй, сейчас уже или погибнем, блядь, заебись. Ты только, блядь, это людям, нахуй, не скажите, а зачморят, нахуй. Какого-то Леона надо найти. Да не говори, блядь. Тоже взял квест на Леона? Ну, сейчас он я еще какой-то... А. Все, чтобы лорд мной гордился. Да, блядь, не то. Я исполню его волю.
Мы вернем нашему королевству былое величие. Аман обещал поговорить со старейшиной. А я отправлюсь в Бильбринское Полесье. Бильбринский воевода Гедрюс сражался на нашей стороне. О. Этот монастырь – особое место, Искатель. Здешние монахи почитают владыку Руфиона и младших богов, но куда больше они почитают трех древних – Хенделая, Аматрию и Таргона. Королевские дворцы рушатся, короны ржавеют, правители умирают. Время течет, подобно реке Медринице, а наш монастырь стоит. Мы держимся в стороне от людских войн, но теперь речь идет о противостоянии хаосу. Блять, у нас уже есть один нахуй. С посохом. Да, да. Зачем нам еще один? Еще один, блядь, сейчас будет. Как они сделали такой лабиринт, не монастырь? Я вот одно не понимаю. Такие монастыри никто не строит, ребят. Монастырь не может быть таким лабиринтом. Ну, я уже тоже хотел подумать, нахуя вот эти лабиринты? Да там в монастыре там просто несколько комнат и там кельи какие-то, но никак не лабиринты такие, как в подземелье. А, все, мы на улицу выходим. То есть... Я понял.